Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня с вами будем делать интересную самоделочку. Самоделка у нас будет из профильной трубы. Труба у нас будет 20 на 20. Как вы видите, обрезаю я эти трубы под углом 45 градусов и обрезаю я на своей стоечке. Стойку я сделал где-то год назад. Отзывы пока что только положительные. Единственное, конечно, нужно заменить болгарку на более большую, потому что 115 круга этого мало. Нужно ставить хотя бы 125-ю. Тогда можно за один раз более толстые трубы резать. В дальнейшем поставлю 125-ю болгарку. Ну и нужно нам подготовить 4 заготовочки под 45 градусов, как вы видите. Да, вот 2 заготовки у меня получится по 120 миллиметров, и 2 заготовки нам нужно будет отрезать по 440 миллиметров. Вот сейчас я ставил упор и таким способом сделал 2 заготовки. Ну а сейчас просто 2 трубы друг на друга и уже обрезаю. Как вы видите, диска не хватает, чтобы сразу 2 трубы распилить, да? Сделал, наметку и теперь уже обрезаю до конца эту трубу. После того, как все это мы с вами распилим, можно приступать к разметке. Изначально нужно просверлить отверстие, с краем отступаем по 50 миллиметров и в дальнейшем уже отступаем по 100 миллиметров. Сверлить будем на сверлильном станке, но опять же это не обязательно, как некоторые в комментариях напишут, у тебя много станков, все это можно сделать обычной дрелью, то есть просверлить. Главное сама мысль. Ну и приступаем к сверлению наших трубок. Сверлить будем с одной стороны, то есть отверстия будут не сквозные, одну стенку будем сверлить. Сверлю я шестым сверлом, вернее шестое отверстие будет диаметром 6 миллиметров, а сами отверстия сверлю ступенчатым сверлом. Кстати, прикольные сверла, не знаю, заказываю несколько раз уже на Алиэкспрессе, всегда только положительные отзывы об этих сверлах. Да и достаются они мне практически бесплатно. Вернее, даже любой мелкий товар с Алиэкспресса, он мне всегда достается бесплатно. Опять скажете, как же бесплатно? Вот, допустим, та же струбцина сейчас в кадре, она тоже мне досталась бесплатно. А дело в том, что я покупаю в основном все с кэшбэком. Что такое кэшбэк? Это когда вы делаете какую-то большую покупку, допустим, на том же сайте Алиэкспресс, и часть денег от этой покупки вам ворачивается обратно. И на эти деньги вы можете заказать любой себе товар. От себя лично рекомендую сайт Smerty Sale. Сейчас на своих экранах вы видите сайт Smerty Sale. Здесь огромное количество различных магазинов. Также можно посмотреть процент начисления кэшбэка данным сервисом. Поэтому прежде чем что-то покупать, заходите на сайт, пользуйтесь кэшбэком, возвращайте часть средств. В дальнейшем эти средства можно использовать также для покупки каких-то инструментов или расходных материалов. Ссылочку на сайт оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем нашу самоделочку. Как видим, мы гнем гвозди. Гвозди гну своей приспособой, давно уже делал, чтобы гнуть арматуру. Вот сейчас мне понадобилось. В принципе, как видите, подшипник не отвалился. В комментариях тоже много было таких умных, которые говорили, вот сейчас ты начнешь что-то делать, у тебя сразу арматура отвалится от этого подшипника. Ничего не отвалилось, все держится, все нормально. Когда нагнем гвоздей, нужно их будет обрезать. То есть сейчас опять же на своем станочке под размер все гвозди обрезаю. Ну и когда все сделаем, можно частично приступать к сборке. Вот сейчас мы ставим наши гвозди в наше отверстие, как вы видите, да? Ну и сейчас соединяем. Вот так вот у нас приблизительно получается. И теперь нам остается все это дело сварить. После того, как сварка мы прошли,
нужно будет зачистить все углы. Когда зачистили все углы, посмотрели, теперь нам нужно будет сделать два отверстия. На одинаковом расстоянии я по 20 миллиметров отступил от краю. И сейчас делаю отверстия. Как вы видите, сначала я делаю маленькие отверстия, шестерку, и потом рядом уже сверну восьмерку. И в итоге у нас должно получиться в итоге вот такое вот отверстие. Делаем с двух сторон. Ну и после того, как все это сделали, можно приступать к покраске нашей самоделки. Я покрасил в черный матовый цвет. Гвозди я решил не красить. Ну и в принципе все, наша самоделка готова. Чтобы сделать легче разметку, я взял также малярный скотч. Как вы видите, обрезал его. Теперь мы видим, где наше отверстие. Отмечаем это маркером. То есть вот здесь у нас отверстие и здесь. Ну и в дальнейшем мы это все приклеим на стену. И теперь мы можем точно прикрутить саморезы, не боясь того, что мы, то есть, не попадем в дырки. В эту разметку закручиваем два самореза, и все, можно не беспокоиться. Наша, то есть, самоделочка встанет ровно под эти отверстия. Ну и все, теперь отрываю наш малярный скотч и вешаем нашу самоделку. В итоге вот что у нас получилось. Вешаем наши куртки, шапки. Итак, у нас получилась вот такая вешалка, довольно-таки такая оригинальная. Сейчас, наверное, многие диванные мастера начнут сразу писать комментарии, что, чувак, ты слишком заморочился, проще было взять гвозди на 150, на 200, набить в любой последовательности, навешать сколько хочешь одежды, да? Но опять же, друзья, для меня это как бы не эстетично, да? Для меня проще заморочиться и сделать такую вешалку. Тем более вешалка, как вы видите, трубы, гвозди, сварка. То есть все задействовано, что есть в мастерской. Для меня это довольно-таки смотрится прикольно. Кстати, хотел вот эти крышки покрасить тоже в другой цвет. Но в последний момент решил их не красить, просто оставить такими бесцветными. На этом, в принципе, все. Пишите в комментариях, как вам данная самоделка. Буду рад выслушать каждого, послушать ваши советы, что бы вы улучшили, как бы вы сделали, возможно, какие-то цвета бы другие применили. Всех выслушаю и буду очень рад вашим комментариям. На этом все. Всем пока, до новых встреч.